Привет, привет! Привет, привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. И сегодня что вы будете делать? Микки Мауса. Фреска. Фреска Микки Маус, картина. И нам будет помогать Маша. Маша, из какого мультика? Загадать. Маша и медведь. Ну давайте будем делать картину фреска из песка. Давай я вам покажу, как мама. Ну давай, пока Егор распечатывает, а ты расскажи нам про Машу. Это Маша так умеет разговаривать? Да. Ну-ка, что она еще... Ой, как красиво Маша поет. Мина. На ножке Мишка вот такой. А, Мишка. Здорово. Ну что, там Егор уже достал. Алиса, давай, разбирай этот цветной песок и посчитай. Хорошо? Давай, разбери, посчитай, сколько там цветного песка. Хорошо, Маша будет играть с тобой, а ты посчитай пока, сколько. Посчитай, сколько песка, Алиса. Подожди, Егор, пускай она посчитает. Маша будет. Нам же нужны ножницы. Маша, ножницы? Сейчас принесем. Алиса, давай, посчитай. Посчитай, Алиса, сколько там будет. А, ты раскладываешь? Да. Давай все по цветам. Это Маша у тебя берет, да, все и раскладывает? Да. Понятно. Маша помощница, да? Маша, держи. Мы цвет. Так, подожди, Егор, сейчас она разложит. Давай, Алиса, побыстрее раскладывай и говори, какие цвета там. А это еще не будет, да? Маша маленькая, долго раскладывает, да? Долго помогает Алисе. Она мне помогает, она быстрая. Быстро? Да. Ну давай посмотрим, как Маша Алисе помогает. А потом будем делать. Егор будет делать картину из песка. А Алиса будет с Машей размазывать, да? Да. Цветной песок по картинке. Да. Все. Все, ну посчитай, сколько там. Мы посмотрим, как вы умеете с Машей считать. Один. Дальше. Два. Три. Четыре. Молодцы. Пять. Молодцы. Семь. Шесть. Шесть, вот это шесть. А, шесть. Дальше. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. Восемнадцать. Тринадцать. 17. 13, 14. 14 цветов, да? Ну, теперь называй, какие цвета там есть. Purple. Ну, ты по-русски называй. Purple это по-английски. Purple. Фиолетовый. Да? Это какой? Я не знаю. Не знаешь? Ну, пускай это будет голубой. Да, зеленый. Или зеленый. Вот это зеленый. Да, а потом голубой. Угу. Еще один зеленый. Еще один зеленый. Как по-английски зеленый? Не знаю. Green, ты же знаешь. Green. Blue. Blue, синий. Это? Коричневый, браун. Браун, коричневый. Молодец. Белый, white. Молодец. Коричневый. Коричневый, браун. Коричневый, браун. Желтый, yellow. Серый, грей. Ну, это пускай тоже будет коричневый. И что там, какие остались? А если это простой песок? Оранжевый, оранж. Оранж и? Red. И красный red. Ну все, давайте делайте. Да. Машу сади. Сама хочу. А, ну давай, пускай Алиса будет открывать. Она уже умеет. Так, Алиса, вот сверху. Ага. Ты прям голубым сразу, Егор, будешь, да? Да. Так, не получается у нее что-то. Я сама болею. Так, ну давай осторожно. О. Так. Ну все, давай теперь Егор там дальше отрежь. Алиса, ну не получается у тебя. Ножницы надо другие взять. Да, другие надо взять. Ножницы. Ну, Егор, ты этими может отрезать? Я другими могу. Другими можешь? Да. Я хочу
сделала. А, уже отрезали, да? Я хочу другими. Другими? Да. Ну сейчас подожди, Егор синий насыпет, ты размажешь песочек, да? И будете другими делать. Хорошо? Маша будет сама размазывать. Маша будет сама размазывать? Да. Ну, не, Маше не надо, а то она вымажет ручки в песок. Ты-то ручки можешь помыть, а Маша не помоет. У нее ручки грязные останутся. Она еще слишком маленькая. Да. Давай, сейчас Егор насыпет голубой песок. Ты поможешь размазать его, да? А потом будешь другой открывать. Хорошо? Папочка, я хочу другие ножнички. Другие ножнички? Сейчас я тебе принесу другие ножнички. Хорошо. Так. Так, вот. Так, такой зеленый. Такушки. Микарушки. Так, это какая-то шапочка синяя. Вот Алисе другие ножнички. Только пока не открывай, пока Егор тебе не скажет, хорошо? Так, не надо приклеивать так. Алиса сейчас будет размазывать, да? Да. Песок. Да, и камушки будут бирюзовыми. Бирюзовыми? Да. Это бирюзовый цвет? Да, это бирюзовый цвет. А, ну точно, бирюзовый, наверное. Давай, то, что лишнее, вот сюда складывай. В рамку пока, потом может пригодиться. Так. Здорово. Дело пошло, да? Ой. Пошло дело? Нет. Нет, почему? Какими-то другими цветами. Какими-то другими цветами? Да. Цветами. Да? Какой? Сейчас Егор какой тебе скажет, такой будешь ему отрезать, хорошо? Да. Егор, каким ты дальше будешь делать? Дальше, пожалуй, бирюзовым. Давай. Алиса, потряси так пакетик, чтобы он вот, чтобы он вниз. Ага. Все, и сверху теперь отрезай. Сверху. Так. Он загнулся. Да, загнулся. О, молодец, получилось. Егор, держи. Алиса, не рассыпь. Все, ножницы пока ложи. Пока можешь с Машей поиграть. Что она там еще умеет говорить? Да, вот здорово. Это здорово, Маша говорит. Что еще? Сейчас я буду кушать, сейчас я поговорю. Алиса хочет кашу? Или Маша хочет кашу? Маша. Очень добрый день. Лапу давай. Давай лапу. Маша поет песенку, да? Да. Здорово. Так. У нас музыкальные пальчики. Синие пальчики? Ну, помоешь потом пальчики синие. Да. У меня были черные пальчики от панды. От панды? Да, черные пальчики были у меня от панды. А где ты панду брала? Ну, помнишь, мы делали специально. А, другую картину делала? Да, там черного цвета много было у панды. И у Алисы были черные пальчики, и да? И у меня уже. И у Егора. Все, помогай давай Егору размазывать, Алиса. Бирюзовый песок. Он красивый, да? Так сильно не надо. Так, ну что, получается? Да. Здорово. Дальше, Егор, говори, какой Алисе открывать песочек? Дальше, Алиса. Какой песочек будете брать? Нет, стой. Давай, кажется, дальше черный. Черный? Да. Давай, открывай Егору черный. Да. Все, молодец. Он уже утряс. Повыше чуть-чуть отрезать. Вот, молодец. Повыше еще чуть-чуть. Вот, молодец. Не рассыпь. Все, аккуратненько. Микки Маус. О, там что, много черного цвета, что ли? Да. Да, ушки будут две черного. Две черного цвета будут ушки? Да, а вот уши будут красного цвета. Что? А, трусы у Микки Мауса? Да. Мне показалось, уши будут красного цвета. Нет, трусы. Трусы у Микки Мауса будут красного цвета? Да. Понятно. А черные ушки будут. А, ушки черные будут? Да.
Ты забыл? Забыл, конечно. Ой. Ой, положи пока ножницы, когда не делаешь ничего ножницами, их нужно ложить, чтобы не пораниться, ой, да? А тебе нравится смотреть мультик «Маша и медведь»? Да. А кто тебе там больше нравится в этом мультике? Маша. А мне Маша? А мне медведь. А Егору медведь больше нравится. А кто там еще есть в этих мультиках? Пелочка Маши. Пелочка есть, а еще кто есть? Ёжик нянин. Ёжик? Да, ёжик нянин. Ёжик нянин? Да. А еще кто там есть? Там, наверное, есть еще... Волк. Волки. Два волка там есть, да? Волки 2. Нянин волки 2? Да. А еще кто там есть? Грузовик. Грузовик? Да, для волка. Какой там грузовик? Волков. Но там не грузовик волков, там у них старая скорая помощь, да? Да. Рама от скорой помощи осталась только. Они там живут. Да. А еще что есть? А Мишка где живет? В доме. В доме? А Маша к нему в гости приходит? Да. Да? Что они делают? Играется? Концерт. Концерт? Да. И Маша постоянно Мишку достает, да? Да. Хулиганит? Да? Да. Как Алиса, наверное, да? Нет. Нет? Алиса не хулиганит? Нет. Только... Папа ошибся, наверное, да? Макс ехал, и я спрятался под скалчиками. Да? А там, наверное, это, к Алисе, к медведю приезжал пингвиненок, да? Да. Так. Лицо тоже грязное. Лицо грязное? Да. Ну, давайте сейчас посмотрим, что... Ой, красота какая. Здорово. Дальше, какой Алиса... Ой, Егор, говори, какой Алисе открывать песочек? Какого так, цвета? Так, желтый. Yellow, да, Алиса? Желтый как по-английски? Yellow. Молодец. Так... О, а, молодец. Нет, вот тут дырочки. По-моему, не открылось. Привидение. Все. Туфли желтого цвета. Туфли желтого цвета? Да. Ну это, да, туфли. Ботиночки у Микки Мауса желтого цвета, да? Ну расскажи что-нибудь еще про Машу. Чем Маша умеет? Поиграй что? Со мной. Маша хочет, чтобы ты с ней поиграла, да? А чем Маша умеет заниматься, любит заниматься? Бездельничать. Бездельничать? Вот это здорово! Это она, наверное, про картину Маша говорит, да? Что Егор с Алисой делают картину. Вот это здорово, да? Папочка, а ты мне помнишь палатку Диснея? Палатку Диснея? Да, как у Качи. Ладно, хорошо. И салфетки Hello Kitty. И салфетки Hello Kitty. Конечно, купим. Так, давай Егор сейчас будет... Егор вон уже желтым песком сыпет, а ты сейчас будешь помогать размазывать, да? Что, вы там ботиночки будете делать? Да. И что еще? А, фон там желтого цвета, да? Весь желтый песок использовали, да? Ну, еще что осталось? Ну, оставь, может, там еще чуть-чуть не хватит. Этот пока размазывайте. Я буду пока вот это. Да. Все то. Да. Готово? Не желтые. Ой. Не желтые, а руки у Алисы также черные остаются, да? Да. Желтым цветом все равно не покрасились. Кто так, дальше? Давай, Егор, говори, Алисе, какой дальше цвет зеленый открывать? Зеленый. Зеленый, светлый или темный? Так, светлый. Светлый. Алиса, давай, открывай Егору. Молодец. И сверху теперь отрезай. Молодчина. Ой. Так, еще раз. Молодец. Все, хватит, ты же открыла. Так. Ой. Егор, смотри, не смахни, она рядом положила. Ну, держи вот так вот в ручках. Сейчас Егору подашь, да? Ой, сколько зеленого. Да, зеленого тоже много. Это светло-зеленый, какого-то салатного он цвета, да? Да, я буду размазывать. Алиса будет размазывать. Ой, да. Ушки с зеленой. Ну, а вы сейчас размажете, и потом песок лишний уберете, и ушки останутся опять черного цвета, да? Да. Здорово. И весь зеленый. Вот это здорово, как говорит Маша, да? Красота какая. Че? Ну-ка, ну-ка покажите, что получается, Егор. Что там получается? Ой,
Еще чуть-чуть зеленого. Ну давай. Да вон же на бумажке, с бумажки и насыпь. Алисе нравится картина Микки Мауса? Да. Ты любишь тоже мультик про Микки Мауса? Да, только девочку. Только девочку Микки Мауса? Да, девочку Микки Мауса. Так, красота. Красивый. Дальше какого цвета, Егор? Говори Алисе, какого цвета песок от кровати? Белый. Белый. Так, подожди, тут вот какой именно белый? Вот этот, да? Да. Или там бежевый? Ну да, вот это белый, Егор сказал. Белый, значит, делай белый. Да? Этот, Егор? Да. Давай, Алиса, открывай. Бел. Опа! Получилось! Он не рассыпается. Да, аккуратно ложи. Егор, смотри, не это, не скинь. Алиса рядом положила. Вот так. Так, а что там белого цвета это будут? А, руки? Руки, да, должны ручки быть около белого цвета. Да, белого цвета. Ножницы пока положи. А вот уши должны быть классного цвета. Трусы? Ну, дело до трусов еще дойдет. Да. Да. Только у него будет чуть-чуть классного цвета. Ну, не чуть-чуть, а там хорошо будет красного цвета. А еще что будет красного цвета у Микки Мауса? Посмотри на картинку. Язычок. Язычок. Правильно. Язычок, да. Еще будет у Микки Мауса красного цвета. Да? Что еще надо для Микки Мауса? А что еще надо для Микки Мауса? Ой, как тут еще было? Все, что у вас, все, что нужно для Микки Мауса, все там есть. Ой, вот этот улыбку не хочет. Ну, сделай, старайся, чтобы хотела. Прижми чуть-чуть ножницами, кончиками ножницов прижми. Вот получилось? Ну, да. И глазки у него, вот это черное тоже же. Так, подожди, а лицо-то у него другим цветом, Егор? Руки. Ну, ты посмотри, лицо бежевым цветом. Руки и лицо отличаются. Вот этим бежевым. Руки белым, а лицо бежевым. Так что на руках только размазываете сейчас. Да, лицо у него бежевое, а руки у него белые. Да. Нянечка перепутал же. Да, Егор перепутал уже. Да. Так. Все, руки делаете? Ну, давай. Давайте. На лицо не попади только. Это тоже. Не, да, ну, чуть-чуть вот там размажь. Да, вот здесь. Ага, молодец. Так. Ну, что там? Так. И, по-моему, подожди, а по-моему, вот еще, смотри, таким же цветом. Вот значок вот здесь вот. Ну, посередине. Потом. А потом сделаешь? Сейчас так, увидим. Алиса, давай, открывай следующий бежевый цвет. Повыше да. Чуть-чуть. О, открыла. Так он рассыпаться будет, надо повыше чуть-чуть открывать. Так не будет удобно, да? Нет, только я вот так больше отрезала, чтобы ему было так удобнее. Хорошо, так. Молодец. Вы немножко все пески отчерили. Не будет пески. Теперь глазки этих присоединятся, они что-то тоже будут бежевые. А ты их отсоединил, что ли? Они сами. Ну, наклей их обратно. Как? Они не хотят теперь. Там другой песок. Там белый будет песок и глазки черного цвета, зрачки. Они хотят обратно присоединиться. А вот что? Они не хотят. Ну, аккуратненько присоедини. Надо, чтобы получилось. Так у тебя кулак приклеится. О, все, они готовы. Ну все, делай теперь. Делай мордашку Микки Маусу. Красота! Красота какая, да? Я же тут тоже намазываю
чтобы у него глаза не были небесные. Да, аккуратненько пальчиком размазывай. Все. Так. Алиса. На, будешь открывать сейчас Егору еще. Егор, что тебе дальше открывать? Какого цвета? Дальше мне открывать фиолетового цвета. Алиса, открывай фиолетового цвета Егору. Постучка. Это что, зеленый? Что, зеленым еще не доделали что-то? Да. Подожди, там зеленый еще другого цвета есть. Нет, не этот. Он так продолжается. Зеленого цвета тогда открывать тебе еще. Алиса, открывай, да? Алиса все тебе уже пооткрывала. Все, Алиса, молодец. Даже нет. Чуть-чуть. Кончик. О, молодец. Все. Егор, смотри, она, а то у нее рассыпется. А с чем мы цвет открыли? Ты же сам попросил зеленый. Я попросил сине-зеленый, вот этот вот. А тот куда? А тут, ну, лишний, допустим. Нет, это фон, по-моему. Да, это фон и есть. Вот. А. Ну ладно, Алиса. Отложи его, Егор, тогда в сторону. Егор, возьми у нее, чтобы она не рассыпала. И она тебе он уже фиолетовый открыла. Да, его фиолетовый должна быть. Фиолетовое небо? Да. Ну это не небо, это узоры такие. Небо там, небо, небо голубое, да? Да. Угу. Вот это здорово получается картина, да, как говорит да, Маша? Да, Микки Маус. Микки Маус получается мальчик, здорово. Микки Маус. Да, мальчик. Так, Егор, тебе открыла Алиса уже фиолетовый, поэтому смотри, обрабатывай вон там орнамент фиолетового цвета. А на серый есть? Ну, есть, конечно, вот он лежит. Где серый? Вот он. Я сама. Сделай фиолетовым пока, раз она открыла. Нет, просто там. Алиса, подожди, не открывай. Я же тебе же Егор не попросил. И вот еще Егор фиолетовый, вон. Я. Вот видишь на коробочку? Пачка, а где еще один фиолетовый? А все, вот Егор взял. Больше не надо фиолетового. Там фиолетового чуть-чуть всего. Это же тоже. Так, что дальше? Дальше серый тебе открывать? Да. Алиса, открывай, Егор, серый. Так тут еще зеленый нужен был. Опять вот этот. Ну вот же, ну какая разница, сделай вот этим зеленым. Все, клади, Алиса, это серый. Клади. А сколько тут такое? Просыпаешься. Ничего, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Так, а с другой стороны тоже зеленый, да? Ну, вот это вот должно быть вот темно-зеленый. Ну, и с другой стороны, наверное, зеленый. Нет, с другой стороны дорожка серая. А, серая дорожка. Ну, все, делай тогда зеленый. Вот же зеленый лежит. Бери вот это вот. Вот этот. А тебе его не хватит. Может, хватит. Да не хватит, бери тот. Пускай травка будет такая зеленая. Ну ладно, чуть того. Егор, делай уже вот этим, чтобы было одного цвета. Да, вот как раз эта травка такая есть, как на картинке. Как на картинке травка да. Должна быть. Красота? Зеленая. Красота, Алиса, получается, да? Дальше что? Алиса тебе серый уже открыла, поэтому делай серый. О, а тут написано Дисней. Дисней, да. Ну это же и Дисней, из мультика Диснея, да? Так, ну что, ободок там все, серым цветом теперь засыпай. Там в одном месте, две руки. А, еще вот смотри, вот на картинке, тут белого и серого. Так что серый еще оставляй. Опять. Алиса, помогай Егору размазывать. Все. Подожди, ой, пока. А тут ободок и нет до конца, оказывается. Ой, какой серый уже. А я думаю, то, что тут станется еще мало, моего уже так мало. Какой еще цвет? Ну, что-то не то такое.
Какого еще цвета там? И посередине, вот смотри, белым и серым нужно. Еще что ли что-то осталось? Да. А, что-то ты по частям. Надеюсь, что подходит. Алиса, там Маша за тобой соскучилась уже. Поговори с ней. Ой, я тебе говорю, ножницы не трогай, когда ничего не делаешь. Маша кушать хочет? Да. А Алиса кушать хочет? Нет, я уже очень кушала. Добрый день. Лапу давай. Маша поет песенку, да? Да. А? С какого мультика это? Маша Медведь. Маша Медведь? Да. Тебе нравится этот мультик? Да, Маша. А вот эта песенка из какой серии? Миша и Маша. Миша и Маша? Да. Ну про что там эта серия? Эта серия про что? Песенка, которая? Песенка, да. Ну песенка-то откуда? Да, Маша. Маша и Медведь, ну а про что там эта серия, не помнишь? Нет. Mm-hmm. Так, Егор, надо тебе какой-то открывать? О, вот это здорово! Посмотри, Алиса, какая картина здоровская получается, да? Ой. Ой, ну не надо сильно давить. Давай, смотри, вот что Егор делает. Егор, видишь, старается. Маша хочет кушать очень, да? Чем и не закончится. Она кашу любит. Кашу любит? А вот посмотри, Егор, у тебя ты серый высыпал, а вон не до конца ручки сделал. Ну что у тебя? Вот, посмотри, палец. Зря ты высыпал серый. И ободок еще у ладони, там тоже серого цвета. Очень добрый день. А какие еще Алисе мультики нравятся, а? Про Машу? Какая тебе больше серия про Машу нравится? 33. 33? Что это за 33? Это оно на серии. Нет, а тебе нравится Маша Медведь серия про Новый год, когда Маша подарки дарит? Не нравится эта серия? А какая тебе больше нравится? Сейчас я вам покажу, какая у Маши коса. Ну, покажи. У нее снимается косынка? Да? Да. Ну, давай, Егор, что ты там дальше делаешь? Ой, какая у Маши коса замечательная. Ну, да, Маша. Да, с резинками. Ну, уже все посмотрели, какая у Маши коса. Замечательная коса у Маши. Давайте дальше будем смотреть нашу картину, да? Егор там делает, уже практически заканчивает. Там осталось сделать что? Сюда надо. Что? Вот сюда надо. А что тебе туда надо? Сюда мне надо кисточки, чтобы они мне были. Садись на стульчик. Что тебе нужно? Вот сюда ножницы. Ножницы? Да, вот сюда. Чтоб я бы держала вот эти пешки. Ну, сейчас тебе Егор скажет, и он тебе ножницы подаст. Садись. Я сейчас вам покажу, как у нас эти длинные волосы. У Маши длинные волосы, да? Да. Они должны цвета вот такими яркими. Яркими, да? Какого это цвета волосы у Маши? Yellow. Yellow? Ну, по-русски скажи. Yellow. А по-русски? Не знаю. Желтого. Как это ты не знаешь? Так, что там Егор дальше делает? Они не должны не коричневые волосы, а вот эти желтого цвета. Желтого цвета у Маши, да? Да, а не коричневые. Мне кажется, они не очень желтые такие, как ты. Ну да, с желтизной. Маша блондинка, да? Нет. Светлые волосы у Маши. Маша блондинка. Нет. Нет? А кто Маша? Брюнетка, что ли? Волосы-то у Маши светлые. Так, дальше. Егор, что там Алисе отрезать? Катя говорила, привет, Катя. На канале наш Кэдди. Мы сегодня откроем сюрпризы. Да? И у ей такой попошка. Чудик-блондинка. Чудик-блондинка? Да, игрушка-блондинчик. Игрушка-блондинчик? Ну, да, здорово. Класс. Ну, давай, Егору там помогай открывать песочек.
Егор, какой открывать тебе дальше? Ну, какой-то цвет коричневый какой-то. Ну вот смотри на картинке, что тут коричневый. Вот лапки у него. А, лапки оранжевые, вот коричневый. Вот коричневый. А вот тут вот это темно, а вот это бордовый. Бордового у нас нет. Ну как нету, вот. Ты ему... А, красный, вот бордовый цвет. Вон Алиса взяла, видишь, это бордовый. Коричневый. Алиса, открывай коричневый. Вот этот вот, да. Да, вот этот открывай. Да. Вот так надо. Да. И открывай, Егор, аккуратненько. Им ты все под коричневый цвет подготовил? Да. Я хочу положить ножнички, чтобы обрезать мои гребешки. Сколько осталось еще песочков? Один, пакетиков? Два. Два. Молодец. Практически весь песок уже израсходовали, да? Что там осталось? Глаза, да, Микки Мауса, черного цвета. А где черный цвет? Ой, забыл ему язычок сделать, Микки Маус. Язычок Егор забыл сделать? Как же он без язычка будет? Ну вот, теперь язычок получился. Ну давай теперь делай. Бордовый. Ну давай, сделай лицо уже до конца. Сделай ему... Так, давай. Так, вот тут белым вот цветом должно быть, да? Там отлепляется или нет? Глаза. Да. Ну давай, делай. И потом черного цвета сделаешь. Не такого. Черного цвета сделаешь зрачки. Красный. Ротик и носик. Где черный цвет? Его уже открыли. Где? Я не вижу его. А черного цвета. Черный цвет ты уже открывала. Вот. Егор, он остался. А еще один зрачок, Егор. Два зрачка же? Да. Я и второй зрачок открыл. Сюда. Мне кажется, там что-то не открыто. Открыто просто. И носик черного цвета. Алисе нравится Микки Мауса делать? Да. Пачка, надо мне положить чуть-чуть на ножнички. Ну, положи. Поклади, только не это. Вот, пускай они так лежат. Чтобы не поранилась. Смотри. Ты есть-то не рассыпай. Почему? Но вдруг тебе еще пригодится. Ну все, что скажешь. Ну все. Так, теперь глазки. А глазки белого цвета там, они отлепляются, да? Да. Давай, отлепляй. Алиса, подожди, пока не отрезай, Егор тебе скажет. А что-то у него мордашка такая черноватая получилась. Ой. Какой-то свистой получился. Такая мордашка, все. Ну, там, наверное, насыпать нужно такого бежевого цвета побольше, чтобы черный спрятать. Ну-ка. Нет. Ну, ладно. Так, дальше что? Глазки? Какого цвета? Какого цвета глазки? Не знаю. Белого. Белого. И зрачки черного. Что? И зрачки черного цвета у Микки Мауса, да? Да. Где же он был? А его он... уже черный весь высыпал. Вот белый. Так, что еще там осталось? Какого цвета, Егор, открывать Алисе? Коричневый? Оранжевый. Оранжевый? Мне кажется, коричневый. Или оранжевый? Оранжевый. Оранжевый открывай, Алисе. А тут склеенный. Вот это замочек склеенный. Ну, давай с другой стороны открывай. Вот. Молодец. Был. Нет, ой. Не получилось. Был. Молодец. Ой. Ну все, все, ты же уже открыла, хватит. Фу. Он уже все, там дырочка есть. Давай. Ой, листочка печь. Ой. Все, давай, Егору, оранжевый цвет. И какой цвет у нас остался? Один вот этот. Да, ну Егор тебе скажет, а куда он, Егор, коричневый этот идет? Или ты уже использовал где-то? А, вот будут это. Трусы у него еще будут такого цвета.
машинку. Все, открывай, Алиса. Коричневый цвет. Бордовый. Ну, бордовый. Ой. Ой. Что это твое? О, ой. Нет, замочка. Молодец. Еще у нас нету уже песка. Что, у нас все готово? Подожди, а вот смотри, вот эта вот часть. Вот эта вот часть, она серым цветом здесь должна быть. Ну вот, что, готово, вот вижу. А, ну вот это значит бордовым цветом засыпь, она же белая у тебя. Ну, вот эта вот часть. А как ее теперь? Ну так открепи. Вот. Ну-ка. Yes. Все? Ой, что-то там приклеилось. Кусочек. Кусочек один маленький. Первый будем вставлять в рамку, да. Держи рамку, открывай. Открывай, ты сама будешь. Не, рамку Егор откроет, потому что там... У нас чистые ручки. Чистые ручки? Да. Так, Егор, ложи, наверное, вот сюда, чтобы края не вымазать. Так, там загибать придется, да? Я же покажу, как я умею делать снег. Ну-ка. Алиса, тише. Все вставил. Ну давай теперь черную заднюю стенку вставляй. Ручки. Глазки. Так, подожди. И нож. Прижимай. Последняя деталь. И готова. Так, ну показывай. Так, вот какая получилась замечательная картина, фреска из песка, Микки Маус, да? Да. Ой, я жгу. Здорово. Смотрите, какую я сделала. Ну что, всем говорим пока-пока. 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 Вы были на канале в гостях у Алисы и Егора. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.